17 февраля, 18:00, в Курганской областной филармонии состоится литературно-музыкальная композиция по книге митрополита Тихона Шевкунова «Не святые святые» и другие рассказы. Это одна из самых знаменитых православных книг наших дней. Она составлена из коротких автобиографических рассказов о мирянах и священниках, в большинстве своем связанных с Псково-Печорским монастырем, где владыка Тихон начинал свою монашескую жизнь. Некоторые рассказы из этой книги прозвучат в исполнении заслуженной артистки Ольги Манус, владеющей всем арсеналом выразительных средств, точностью интонации и просто великолепной рассказчицы, способной с первых же минут выступления увлечь зрителя в мир своих образов.